Привет, Цинзвой! С вами Андрей Луговой, и мы находимся на Красной площади. Здесь сегодня происходят международные парламентские игры, и нас ждет целый футбольный праздник. А пока, внимание на поле! Если дружно, как следует не взялся, можно быстро и дом до небес. Ну а если все время ругаться, ко всему пропадет интерес. Так чтобы дело закипело, мне нужны слова. Что же нужно? Взяться дружно и засучить рукава. Международные парламентские игры – это уникальное спортивное событие. И сегодня нас ждет его кульминация – гала-матч сборных парламентариев. Россия против остального мира. Победит сильнейший. Очень здорово, конечно, что такой дружеский матч проходит на Красной площади. К нам приехали в гости спортсмены, парламентарии из 11 стран. Парламентарии своим примером показывают, что надо заниматься спортом, дружить, играть в футбол. Политика и спорт сегодня здесь, на Красной площади, вернее, политики в спорте. И несмотря на напряженную борьбу, побеждает дружба. Поэтому, ребята, занимайтесь спортом, а не политикой.